Ну что, приступаю к ловле. Использовать я сегодня буду два типа оснасток. Первый монтаж – классический флет. Флет – это плоская кормушка, с тыльной стороны груз, сверху удерживающие кормовую смесь ребра. Особенность моей флет-кормушки, что внутри нее имеется резиновый амортизатор, который, собственно, позволит мне гасить рывки рыбы. Благодаря резиновому амортизатору я могу смело использовать достаточно тонкие поводки с некрупными крючками. При условии ловли в сложной воде это будет крайне актуально. То есть здесь я буду применять классическую методную прикормку, ну, которую мы готовили в объеме всего 1 килограмм. Второй тип монтажа – это кормушки, которые не так известны в нашей стране. В принципе, не потому, что наш брат не может их купить. Ну, как-то не так активно они применяются в практикуме доночников. Ну, и зря. Это кормушка, которая называется Pellet Feeder. То есть это кормовое устройство, это фактически как бы такой контейнер полузакрытого типа для работы с гранулами. У него также предусмотрен резиновый амортизатор. Набивается он таким необычным образом, то есть загребаются просто гранулы сюда. И, соответственно, очень хорошо удерживает пелец. Концепт поводка так же, как и в флет-системе. То есть коротенький поводочек. Я все-таки буду использовать волосяные монтажи, о них расскажу чуть позже. Резиновый амортизатор нужен для того, чтобы использовать более тонкие поводковые материалы. Потому что рыба, я уверен, будет капризничать и с толстыми поводками нужно будет попрощаться, а использовать тонкие. Работаю сразу на двух точках, то есть на ближний и дальний, и работаю по очень такой необычной схеме. Я со старта начинаю ловить. То есть я не делаю никакого стартового закорма в этой истории, да, то есть я не кидаю там 5-10 кормушек, не приваживаю рыбу. Я прям сразу цепляю поводок, формирую монтаж и делаю заброс на дальнюю и ближнюю. И отмеряю четко по часам время перезабросов. Первый час – это интервал в 5 минут. Обычно на платниках, да, на коммерции люди думают, что нужно навалить много корма, и тогда рыба быстрее приплывет, быстрее начнутся поклевки. Когда лето, когда теплая вода, когда изобилие рыбы, да, эта вся система работает безусловно. Но когда рыба тупит, кушать не хочет и очень ко всему относится с опаской, тогда нужно все очень делать вот по теме по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. За раз флет-кормушка поставляет порядка 25 миллилитров корма. Или пеллет-кормушка поставляет, 20 миллилитров корма, да, вот этих гранул. И вот лучше мы не перекормим рыбу, нежели отвлечем ее потом от вашей насадки. Но забросы нужно все равно осуществлять в ритме хотя бы один раз в 5 минут на каждую из точек. Поэтому неплохо бы обзавестись каким-то секундомером или каким-то таймером, да. В современных часах есть там будильники, выставьте их первый час на 5 минут, второй час можно на 7 минут, третий час можно на 10 минут. Обычно сессия у меня не длится больше 5-6 часов. Ну, это опять же спортивные заморочки и прочее. И я знаю, что если поклевки начнутся, то сама рыба заставит меня чаще перезабрасывать. Но если их не будет, то я уже точно буду знать, что я ее не перекармливаю. Нельзя ее сейчас перекармливать. Давайте начнем ловить. Вот так.
что первая поклевка клюнула рыба с точки на плотном дне. Здесь у меня в деле удилище лайтового класса гранита 364 Light Plus с верхним тестом 49 граммов. Реально этим орудием работать с весами оснасток достаточно, ну, превышать немного тест. То есть можно спокойно работать по свинцу 50-ками, не переживать. Видите, я достаточно переживаю, потому что это первая рыба. И с учетом того, что первая поклевка случилась всего на одно зерно кукурузы, на малюсенький крючочек, нужно сохранять максимальное натяжение и не позволять рыбе меня обмануть. В принципе, сопротивление такое нехилое. Видите, как гнется? Это понятие классический параболик, то есть удилище с вяжущими свойствами. То есть, когда ты с ним работаешь, есть ощущение эстетики и уверенности в том, что удочка будет сама вязать рыбу. То есть рыба делает рывок, удилище нагружается, формируется правильная парабелла или парабола, как угодно это можно назвать. И происходит вот то самое правильное поведение удочки, то есть она гнется и рыбу успокаивает. Я форсировать не хочу, потому что понимаю, что каждая рыба на вес золота. Первая рыба, она для меня вот, наверное, одна из самых ценных всегда, потому что она показатель отклика. Поэтому есть понятие, можно было бы, конечно, форсировать, как уж не крупный, но ну, такой вот достойный. Видите, какой зеркальный. Микрофлет с одним зерном кукурузы. Оп! Смотрите. Смотрите, какой колобок. Ну, такой почти 2 килограмма. Начало положено. Есть мысли, куда двигаться дальше. Спустя 5 минут поклевка опять с ближней точки, с плотного дна. Вот теперь я могу смело сказать, что заработала ближняя дистанция. Смотрите, как гнется снасть. Теперь я могу форсировать, потому что моя душа спокойна. Ой, какой хорошенький. Опять зеркальный. Одно зерно кукурузы. Тихо, тихо, тихо. Ух ты! Ох ты, злодей какой! Оп. Такой пузатенький уголек. Смотрите, черныш. Я не должен даже в такой ситуации сейчас начинать интенсивно закармливать точку для того, чтобы удержать рыбу. Все, как я вам уже сказал, будет диктовать сама рыба. Она будет задавать тон количеству закормочных забросов, ритм и прочее. Рыба клюнула на паузе в 7 минут. То есть была первая поклевка. Потом, соответственно, спустя 5-6 минут произошла вторая поклевочка. Работает маленькая кормушка в весе 24 грамма.
тоже с резиновым амортизатором, с микрокрючком. Ну, это получается 12 номер, волос, одно зерно кукурузы и флюорокарбоновый поводок 0,14 мм. Поэтому сейчас нужно продолжать действовать в рамках вот этой ситуации. Просто многие начинают моментально там, ой, надо удержать рыбу, кидают там 5-6 кормушек. Нет, все то же самое. Одно зерно кукурузы и потихоньку. Потихоньку, но максимально точно. Вот так. Не нужно пока обольщаться. Две рыбы – это не показатель. Не показатель какого-то там высокого результата. Это могут быть последние рыбы, если совершить сейчас ошибку вот именно до корма. Поэтому спокойненько, тихонечко работаем. Сегодня подозрительно как-то тепло. Видно, как только мы стали говорить о том, что прохладно, солнышко стало так припекать, и даже пришлось раздеться. Но это не значит, что водичка вдруг стала теплой, горячей. Вода по-прежнему очень холодная, поэтому карп нельзя сказать, что прям такой прыгучий, активный. О! Кто это? Кто это? Это еще одна достойная рыбка. Вообще, вот стиль ловли на флет такими гуттаперчевыми удилками, это одно из потрясающих эстетических действий, потому что тут ты прям очень контактно ощущаешь рыбу, как будто ты ее руками вытаскиваешь. Поэтому я вот очень люблю ловить параболиками. И начинающим рыболовам всегда советую, вообще, если вы начинаете осваивать, начинайте вот именно с таких удилищ параболического строя, которые гнутся от рукоятки, вот даже от таких средних по массе рыб. Опять у нас уголек, темный, чешуйчатый карпик. Оп, мелкий крючок вылетел, карпуша вот такой вот знатный взялся. Реально такие черненькие рыбки. Смоляные бычки с черными плавничками. Класс! Ну что, друзья, я вам обещал рассказать о своих рабочих поводках, о том, из какого материала я их делаю для подобных условий лова. В принципе, в классике жанра, когда мы ловим на флет и пеллет фидер, мы используем поводки в длиной 10-12 сантиметров. Монофильная леска используется где-то порядка там 0,25 мм в диаметр. И крючки, модельный ряд может варьироваться там от 12 до 6 номера по европейской классификации тип размер крючков. Ну, используются как крючки спортивные, используются крючки карповые. Тут об этом, опять же, можно много рассказать. Это отдельная тема. Но вот когда я сталкиваюсь с подобными условиями, когда рыба капризничает, когда в голове прям у рыбака такое ощущение, что рыба чуть ли не взвешивает ртом вес крючка и одновременно с этим оценивает на ощупь, как будто плавниками, поводок, то тогда приходится утончаться. И утончаться приходится, ну, как бы в максималку. И я, ну, как бы увидел такую фишку, что лучше, когда рыба капризничает, работают флюорокарбоновые поводки. Причем тонких диаметров 0,14, там 0,18, ну, максимум 0,2. И вот сегодня, в принципе, рабочий поводок номер один – это поводок из материала JFC.
Pantoon 21, линейка Marksman, 0,148 мм поводок. Ну, фактически это 0,15. Его разрывная нагрузка всего 4,5 лб, то есть это получается в районе 2 кг. Поводки у меня коротенькие, как сказал, 10-12 сантиметров, с мелкими крючками. Волос тоже сделается из этого материала. Чем он так хорош? Во-первых, ну, хотите верить, хотите нет, это как бы не мной изобретено, что реально поводки из флюрика, ну, они, во-первых, жесткие, во-вторых, благодаря этому лучше происходит самоподсечка, разворот крючка, жесткость помогает крючку во многом лучше засаживаться в губу рыбы на подсечке. Второй момент, что реально флюрику его не так видит рыба. Казалось бы, конечно, в системе флета поводок маскируется внутри прикормки, но, поверьте мне, ставил, да, в рамках этой рыбалки поводки из моно 0,25 классические, но не берет с них, так как берет с флюрика. Поэтому пробуйте этот момент. Флюрик еще чем хорош? Это материал, который имеет большую массу, нежели нейлон. Поэтому он хорошо презентуется на дне, он чисто для дна идеален. И вот в оснастках Pellet Feeder, когда мы не загоняем внутрь кормушки поводок, когда он просто вынесен от кормушки, ну, как в классической системе, да, просто он висит, это идеально. То есть кормушка падает, поводок падает рядом с кормушкой, и он хорошо презентуется на дне, то есть он становится более невидимым, он ложится. И вот для чисто донного кормления, когда рыба, ну, как бы не кушает с поводков, которые имеют плавучесть, это тоже очень идеальный вариант. Поэтому вот когда касается все аккуратной, сложной, вот такой вот тяжелой, вдумчивой рыбы, нужно все утончать, все прям буквально маскировать, все вот прятать, чтобы рыба не заподозрила ничего опасного для себя. Я вижу, что кроме меня на водоеме, ну, вот, план обозримости, вот сектора люди сидят, вон там ребята, никто ничего не подсекает. Я, конечно, тоже тут не молочу одну за одной рыбу, но я вижу, что вот это утончение, уменьшение, вот эта деликатность, она выигрывает, нежели если бы я использовал такие канаты в поводках, вот такие огромные крючки, массивные насадки. Номер один сегодня – это одно зерно кукурузы, поставленное на волосе и на флюорокарбоновом поводочке с малюсеньким крючком. Вот так. Ну что? Изящная подача сегодня прям работает. Постоянно удивляюсь этому явлению, насколько можно карпов ловить на крючки, которые можно чаще люди для мотыля там используют. Ох, какой хорошенький карпушечка маленький. Иди сюда. Оп. Казалось бы, такие рыбы должны питаться просто как угорелые. Просто они должны кушать, набрасываться. Это же считается как бы спортивный карп, там до 3 килограммов. Ненасытный, который все время ищет себе пропитание. Так вот нет. Его держишь в руках, прям как из холода его достал, из холодильника. Подводного холодильника. Вот поэтому вы такие ребята и капризные, что вам холодно. Но мы вас все равно заставим кушать с наших микрокрючков. Класс. Супер рыба, супер ощущение. О, еще один боец. Существует у ряда людей страхи на предмет ловли карпов или амуров на коммерческих водоемах на фиксированной дистанции, то есть под клипсу, как ловлю сейчас я. То есть они думают, что при поклевке, если ловить на вот фиксированной дистанции, может произойти обрыв
в районе клипсы. Это может случиться, конечно, если удочка жесткая. В данном случае гранита, который Light Plus, это классический параболический фидер, гуттаперчевый, гибкий, который как раз гасит как стартовый рывок, так и рывки рыбы в процессе вываживания. Поэтому спокойно с этой донкой можно ловить на фиксированной дистанции рыб до 5 килограммов. При условии, конечно, что у вас в качестве основы должна быть обязательно леска, а не шнур. Это первое. И во-вторых, желательно, конечно, чтобы там, где у вас кормушка, был вот этот резиновый амортизатор. Он может быть как уже поставляться с кормушкой, ну, как вот у меня модели, так и можно ставить так называемый фидергам. Это тоже обезопасит момент, что рыба не оторвет у вас леску и не порвет со старта поводок. На фиксированной дистанции я имею в виду. Да? Ну и в целом, параболики – это фактически медленные удочки, созданные для тяжелой рыбы, такой как карп. Вот поэтому в Англии этот стиль ловли очень-очень моден. И, в принципе, карп – это рыба номер один. Поэтому параболические удочки, которые он, видите, как гнется, номер один. О, красавчик! Это получается у нас пятый карп, которого мы поймали с плотного дна. Класс! Все ловится на микрофлет. Видите, микрофлет. Вот он, маленький флет. Вот резиновый амортизатор. Просто загоняется вот так в кормушку. И вон, смотрите, какой супер мелкий крючок. За нижнюю губу, все по классике. Крючок безбородочный. Спасибо, что смотрите, учитесь. Спасибо, что наблюдаете, как Алексей Фадеев ловит на параболические удочки сложную рыбу, потихоньку увеличивая массу садка. Спасибо вам, мой зритель. Хочу дать такой вот, можно сказать, дельный совет, который может пригодиться вам в подобных ситуациях. Связан он с выбором вершинок квивертипов для удилищ фидерных. Смотрите, так как рыба все равно не яростно ловится и показывает себя, можно сказать, в таком очень спокойном формате, да, то есть она не бодрая, да, для ловли вот таких капризных рыб нужно использовать максимально чувствительные кончики. Даже если вес вашего кормового устройства больше теста вершинки, как бы нет в этом ничего страшного, потому что вершинка по большому счету в забросе не участвует, она отвечает за чувствительность. И вот сегодня, и вообще самыми чувствительными вершинками являются те, что сделаны, ну, по-простому из стекла. Это не по-простому из фиброгласа. Их можно отличить всегда, когда они комплектуются с удочками, таким вот светлым окончанием. У фидерных удилищ гранита линейка, она достаточно обширная. Доминирующие квивертипы, они именно из фиброгласа. Это изначально было задумано для того, чтобы эта снасть была максимально чуткой к поклевкам. Любая снасть в этой линейке. Поэтому вот когда я в том числе их создавал, я прям попросил создателей сделать вот именно такие стекляшечки. Гнущиеся кончики, обладающие тоже максимальной кутоперчивостью. Самая тонкая вершинка, это получается полунции. То есть она вообще, ну, просто как тоньше спички. Значит, сегодня, несмотря на то, что я ловлю вдали, и там у меня кормушка имеет вес 42 грамма флет, на удилище 4.24, да, медиуме, у меня стоит тунцовая вершинка. В принципе, я ее вот так вот, когда ставлю близко достаточно к воде удочку, вы видите, чтобы его сильно не колебало именно ветром, то есть она стоит достаточно ровно, то есть взводится спокойно, ее не колеблет. На удилище, которое у меня практически, ну, чуть больше 30 метров, у меня стоит 0.75. Что дает? Максимальную контактность поклевки, то есть
Конечно же, карпы, да, это достаточно сильные рыбы, и все их подтяжки, будь то вот, ну, грубо говоря, там малышей под килограмм, и тем более крупных рыб, мы хорошо видим. Но нужны такие вершинки даже не для того, чтобы регистрировать поклевки в подобных условиях, а для того, чтобы видеть присутствие рыбы на точке. Чувствительная вершинка, помимо регистрации поклевки, ну, это само собой, она еще показывает все-таки в рыбу в точке. Как? Когда рыба проплывает, когда ее какое-то количество на точке появляется, концентрируется, она приходит на корм, она начинает как бы все-таки задевать леску. Ну, никуда не деться, она плавает на дне, чуть там в ярусе, и она начинает задевать лесочку. И вот я, когда ловлю осторожную рыбу, я в первую очередь даже охочусь не за тем, чтобы у меня там сразу начались агрессивные поклевки, ну, в формате рыбалки на озерах, а я вот смотрю, есть ли вообще рыба на точке, есть ли задевы за леску. И вот только тонкие вершинки это могут вам показать. И вот вроде бы сидишь час-полтора, да, и начинаешь видеть. Час-полтора вот эта вершинка не колеблется. Даже если взять, например, толстую вершину, да, там, с тестом, к примеру, 3 унции, она будет взведена, но она вот эти вот задевы рыбы за леску, такие нормальные колебания, она особо не покажет. Мы же занимаемся как бы охотой, несмотря на, ну, это капризная рыба, сложные условия ловли. Мы охотимся, мы выцеливаем наш трофей. И нам надо вот определить, приплыл он или нет. И вот тонкие вершинки помогают это делать. Поэтому смело даже порой в сильный ветер, да, даже порой там ловли на дальних дистанциях, смело ставьте тонкие вершинки, вы будете видеть задевы. А задевы – это знак. Знак к тому, что рыба все-таки приплыла. И вот у меня сегодня как пошло? Она же не сразу рыба появилась. Начались задевы, то есть начались такие качки нехарактерные. И тык-тык, вроде вершинка, так, как будто какая-то микропоклевка. На нее не надо реагировать. Мы реагируем только на нормальный загиб. Ну, в карпу, в ловле карпа. Но я уже знаю, ага, рыба приплыла. И не надо торопиться снасть перезаряжать, как сказать, заполнять кормушку корму. Может быть, надо подождать. Так что это хитрость Алексея Фадеева, которую он регулярно пользуется в ловле вот такой осторожной рыбы, как вот карп в данной ситуации. Также очень часто для ловли озерного леща я эту вот технологию применяю. Ставлю на свой федерат тонюсенькие вершины. Вот так. Славненький. Я неоднократно давал полезный совет по поводу вываживания карпов на коммерческих водоемах, что удочку нужно держать параллельно в воде. В этом случае рыба плывет к вам спиной вверх, а пузом вниз. Как только вы начинаете задирать удочку, рыба начинает переворачиваться, и это для нее становится неестественным движением, она начинает бунтовать. А когда вы ее ведете вот так параллельно, как я сейчас это делаю, то тогда она идет спокойней, и вы ее здесь вот таким вот умным правильным движением подбираете. Еще один уголечек. Карп с плотного дна. Опять мини-флет, безбородочный крючок. Все очень маленькое, миниатюрное. И все работает. Значит, я все делаю правильно. Вот реально беру рыбу, от нее можно лицо охлаждать. Это необычная погода для этого лета. Аномальная. Супер, класс. Ну, давай, мой золотой, к друзьям своим отправляйся. Если будет сейчас все таким же макаром продолжаться, наверное, я уберу вот это удилище в дальней дистанции и буду больше фокусировать именно вот этот вот передний край, плотное дно. Если бы у меня не было двух удилищ, да, то есть если бы я не мог ловить на две удочки, ну, по каким-то причинам, то я не смог бы высчитать вот этот момент, вычислить, что рыба берет плотное. Имейте два фидера на коммерческих водоемах, ловите сразу на две удочки. Это не спортивное состязание, вы получаете удовольствие. Ну просто
выбирайте два типа грунта. Или если уж заморачиваться за глубину, то есть выбирайте участки более мелкие, более глубокие. Всегда нужно какую-то разницу. Только благодаря разнице у вас возрастают шансы на вычисление локаций, где рыба более активна. И вот сейчас это плотное дно. Надо теперь только понять, почему. Мама дорогая, это первая поклевка с дальнего рубежа сыла. И там у меня стоял бойлик. И тоже не крупный карп. Класс. Вот эта удочка, которая сейчас работает, идеально для рубежей более дальних. И также она превосходно вяжет рыбу в стиле всех удилищ гранита. Смотрите. Ну, это не крупная рыба, но взята она на бойл. Сейчас вы это все увидите. Эти удочки, они отображают мои пристрастия в таком подлинном английском стиле. Когда удочка гнется. Все, онлайн, смотрите. А, бойл слетел. Вот он здесь слетел. Вот он, желтенький попал. Первая рыба, взятая с ила. Спасибо, родной. Ну что, друзья, рыбалка подходит к концу. Я в целом доволен результатом, потому что все мои действия привели к логическому завершению. То есть я действовал четко по плану. И могу вам продемонстрировать уникальный момент, что прикормка-то у меня еще осталась. То есть здесь, ну, как минимум на десяток, а может быть и больше забросов флет-кормушкой у меня есть. Пеллет-тема, то есть пеллет-фидер, сегодня не работал. Я не поймал на него ни одной рыбы. Но зато четко разобрался, что в условиях ловли в холодной воде, вот такой сложной, надо ловить на твердом, с мелкими крючками, флюорокарбоновыми поводками. В общей сложности рыбалка продлилась чуть больше 6 часов, 8 карпов. Сейчас я вам их покажу, мы с ними пообнимаемся, а потом их отпустим назад. Но это еще не конец истории. Будут еще истории на канале Angler Zoo, где Алексей Фадеев будет ловить на фидерные карповые снасти в нашей любимой прекрасной стране. Поэтому давайте остановимся и посмотрим на рыбу. Советую вам не сидеть дома, а пока еще сезон в разгаре, отправляться на родные водоемы и ловить свою любимую рыбу. Как буду, собственно, делать я в ближайшее время. С вами был Алексей Фадеев на канале Angler Zoo. До новых встреч на рыбалке. Спасибо.